Так, хочу. А это что такое? А, это. Это все. Воры? Это все воры? Ну, получается так, видишь здесь. Ага. Воровская. Нормально уже. Штучка. Массово так. Вау. Натравить воров на стражников, рыбките. Ну понятно. Понятно, то же самое. Ну-ка давай-ка. Рассказывай-ка. Аркадашами. У тебя странный вид. Возможно. Надо многое обдумать. Кто-то с деньгами хочет, чтобы нас схватили. Как это? Подкупленные атаманские стражники не дают нам продохнуть. Нам не нужен конфликт с властями. Но прогибаться мы тоже не станем. Есть мысли, откуда могут идти эти деньги? Вот я сегодня и хочу это выяснить. Ты мне поможешь? Я в долгу не останусь. Ну, помогу. Ворам в последнее время стало труднее работать из-за участившихся доносов. Заставьте доносчика привести вас к тому, кто финансирует всех доносчиков. После чего убейте и ограбьте этого покровителя. Такой герой просто. Ну да. Задание меня просто умиляет. Используя группу воров, выманите покровителя доносчиков из безопасной зоны, после чего убейте его. Ага, понятно. То есть он под охраной будет. Си, что нужно сделать? Интересно. Мы знаем, что сегодня атаманы получили большую взятку. Мы ее выкрадем. Когда они заметят пропажу, они непременно кинутся известить того, кто дает деньги. Мы сядем на хвост гонцу и выйдем на того человека. Вообще, если вот так вдуматься, ворам не дают работать. Не, несомненно, правое дело. Чтобы ворам хорошо работал, нужно ограбить и убить. Ну да. Прикольно. Ну, побежали. Посмотрим, хоть кто там что. Кстати, нам надо пачку воров по пути где-нибудь нанять еще. Ну что я сюда залазил? Спрашивается. Почему нельзя на крюке в обратную сторону? Потому что. Ехать. Ну там колесики какие-нибудь встроили бы. Ну, вот, надо было на дерево это. А говорили, колодцы можно взрывать. Гранаты. Ну, нечем взрывать колодцы. Ну, то есть у меня там бомбочки есть, но они такие шумовые, насколько я помню. Да и зачем мне сейчас взрывать колодец? Это я так просто вспомнила. А чё вы ко мне пристаёте-то все? А чё бы нет? Согласен. Чё согласен? Я ещё ничего не сказал. Я не нажимал. Нет? Спрячьте меня. А ты их пошли просто туда и все. Сейчас пошлю. Я прицелиться не могу. Понятно, далеко цель. А кто тут главная цель? Пофигу. А подсвети-ка. Это вообще какие-то странно. А, ну это выручка. А мне их надо вообще? Оп-оп, догоняйте. Пинал бы. Забираем деньги. Не дают. Идентифицируйте. Орден, вон, голубой, вот. Вот. Что это наш? Он ящик открыл, убежал. Это же наш был. Нет. Да? А почему у нас деньги уперлись под нос? Что-то я ничего не поняла. А как нам ворами выманить его? Пока еще рано выманивать, еще проследить сначала надо. Так, нам мне нужно еще пачку воров найти. Да. Фу ты ну-то. Зачем я их послал? Опс. Я просто мимо тут ходил. А я такая что-то не поняла, думаю, это что такое, загад подошел, роется в нашем ящике. Причем он так целенаправленно шел к
к этому ты сундуку. Ты будешь уже отворачиваться? Она тебя смотрел. Ругается, ты стоишь, руками разводит. Все, пошел. Тут дальность, короче, роли не играет. Надо за препятствие зайти. Стеночки по стеночке. Чего музыка такая боевая? Оп! Он специально это делает, да? Пошел, пошел. Ну, пусть идет. О, пока. Там фигня какая-то. А я за ней и лезу. Но лучше держаться подальше. Где он там? Ушел за угол. Опа! Я чем-то вас рассердила, сударь! Извините, извините. Опс. Хорошо. А вон и опасная зона. Угу. А вот и воры. Угу. Бери их. Ща, сначала спрячемся в них. А ты что здесь делаешь? Я же велел тебе следить за солдатами. Простите, Халимбей, но какие-то воры украли взятку. Что? Как они узнали? Без понятия. Если наши люди у атаманов не получат денег, конец нашим с ними особым отношениям. Ну я-то что мог сделать? Ничего, ясное дело. Ты же просто шестерка. Убирайся вон! Вот и наша цель. Кошмар! Ага. Столько платить ради мизерной выгоды. За дело. Посылай. Ребятушек. Нажмите Б, чтобы ввести. А зачем он спрыгнул? Так, хорошо, куда не его? Сейчас посмотрим. Оп. Смотри, смотри, к тебе идет кот. Ой, там уже какая-то движуха. Не такой уж и хороший жулик. Больше он нам не нужен. А чё? О, пошел, пошел. Отлично, отлично. Правда, не совсем в ту сторону, куда хотелось бы. Черт! Да! Увести-то я его увел, а. Все. Смысл был уводить. Он от нас уходит! Да тьфу на вас! Офигеть вас там, артиллерия! Наконец-то я ладно, но мы же увели. Все нормально. Боже! Разбегайтесь, вы что, не видите, что с вами будет? Вот сейчас мясорубка будет. Пусть учится работать. О, я еще что-то выполнил. Воры, наверное, таки в шоке, но нафига мы его отводили? Половина осталась. Остальное раздали людям, чтобы они были честнее. Ага, только сами не превратитесь в тех, с кем вы ведете борьбу. Тонко подмечено. Слушай, может, ты сам нас возглавишь? Я обращусь к вам, когда мне потребуется помощь. Ждите. Сами взяток надавали там. Очень забавно. Ну, видишь, все нормально сделали. Слишком многие стали жертвами безбожника. А вообще, как бы, я не думал, что они вообще от меня побегут. Я думал, как-то слева, может быть, дом будут оббегать. Мало ли кто что не думал. Вот так вот. Я вот тоже не сразу поняла, что это наш прибежал там деньги наши забирать. Я думала, Эцио сам деньги заберет. Тут пришел какой-то лысый фиг и забрал деньги наши. Не то, что. А потом еще их раздал. Что такое вообще? Я знаю, куда я хотел зайти. Вот это здание. Меня очень смущает, что это такое. Бомбой? Да. Это, наверное, здесь бомбочки делают. Черный рынок. Нет, это не черный рынок. Алхимическая лаборатория. Так что придумала?
Да. Молодец. Так это мы к себе домой пришли. Что-то не то. Так, молодец. Я прочитал почему-то патологоанатом. Полео. Черт, забыла, как его. Ага. Ассасина. Так, молодец. Палеолог, о. Палеолог. Палеолог. На тебе доспехи, что ли? Хорошо. Теперь. Оборона. Оборона наша? А, нет, не наша. У нас хоть где-нибудь влияние есть, я не пойму. Хорошо. Давай начнем захватывать что-нибудь. Ну, у тебя же были, ну, какие-то например. Частично. Или там все? Там как-то по нулям, а я не помню, в какой город я их посылал. Отправиться в путешествие. Слишком просто. С другой стороны, ты можешь несколько отправить. -10% контроль. Могу. Ну, в принципе, вот, отправляйся. Исчезновение наставника. Наш наставник Искандер, потомок великого Альтаира ибн Лаахада, был арестован и заключен под стражу, без предъявления обвинения. Через 2 дня его должны казнить. Выяснить, где его держат. И помочь сбежать. А. Палеолог, справишься? Нет, не справится. Я слишком везучий, а чтобы рисковать. А двоих послать что? А я уже послал одного. У тебя же 3. Ну, я уже послал же. Ну, понятно. Тьфу ты. Ну, короче, иди сюда тогда. Пока что. Что у нас тут еще есть? Привет. Ты кто? Ага. Нет товара. Нет товара. С ним надо как-то сначала договориться. Да? А где верстак-то? Кто это такой вообще? Давай посмотрим. Бери Рейс. Рожденный где-то в Османской империи около 1467 года. Плюс-минус пару лет. Хаси Ахмед Мухидин Пери. Не был таким таинственным человеком, как можно было бы предположить по его происхождению. Он был моряком и офицером Османского флота. Первый каперский опыт он получил, плавая в экспедиции сомнительной законности со своим дядей Кемалем по Средиземному морю. Когда ему было 20 лет, он вместе с дядей примкнул к Османскому флоту, променяв свободу на уважение. В 1503 году, в конце турецко-венецианского конфликта, Пери несколько потерял вкус к военной службе и начал интересоваться более интеллектуальными материями, потратив первое десятилетие 16 века на тщательное изучение картографии. В 1506 году, после некоторых первоначальных разногласий, Пери все же присоединяется к ассасинам, но не как воин, а как ученый и техник. Повидав многое за годы службы на море, он возненавидел искусственные границы, разделяющие нации, и пришел к тому, что идеология ассасинов предоставляла людям максимальную свободу мировоззрения и мышления. В конце 1511 года, после преждевременной кончины дяди, Пери снова отправился в море, чтобы изучить навигацию и стать лучшим штурманом. В 1513 он создает свою самую знаменитую карту, небольшую работу, известную благодаря самому раннему, точному описанию восточного побережья Южной Америки. Следующие несколько десятилетий Пери продолжал создавать карты и совершенствовать свои ремесленнические умения.
и технический талант. Когда ему исполнилось 80 лет, он официально получил звание адмирала, к тому времени уже будучи легендой Османского флота. Вот так вот. То есть мы просто рано сюда прошли? Почему рано? Ну, он с нами не общается вообще никак. Не, здесь где-то просто... должен быть, наверное, верстак. Нет, ну ты с ним даже не знаком, в принципе же. Не знаком. Ну, значит, рано. На столе эта фигня не светит, не активная, да? Да. Ну, думаю, рано просто. Может быть, вот это верстак? Да нет. Я думаю, вот этот стол. Что? А, вот конкретно вот этот? Я думала, вот этот. Вот этот? Нет. Вот этот светится, но это ассасина. Не знаю тогда. В любом случае, нас официально с ним не знакомили, значит, рано пока. Ну, я думаю, что да. Тоже рано. Просто здание какое-то странно отмеченное. Ну, видимо, это то, что лавка тут есть. А это что? Опа. Одна страница из 10 мемуаров. Сокровище какое-то найти. Офигеть. Кто бы знал. Он ужасом! Он стал заложником этого гнусного братства! На. Святая Богородица. Захрепал. Кстати, вот турецкие имена ты лучше произносишь, чем французские и итальянские. Жители и гости Стамбула. Это лично на тех именах какая-то паника начиналась с ударений. Да потому что фиг поймешь, куда там ударение ставить. Здесь, в общем-то, тоже на самом деле. Я, короче, предлагаю выйти, вернуться на остров, посмотреть, что там за воспоминания Денланда. Шестнадцатый, ты где? Нам там, по-моему, на первое нужно было всего 5 фрагментов. У нас уже 12. Вы уверены, что хотите начать странствие Дезмонда? Часть 1. Сомнение. Ну, уже не уверен. Короче, запись вырубилась. Я надеюсь, что предыдущий кусочек сохранился. Невероятно. Это должно быть ядро анимуса. Ни симуляции, ни окружения. Я даже тела не чувствую. Здесь только сырые данные. А кто тогда я? Какая-то компьютерная программа? Странно как. И причем мы от первого лица. Ой. Ну да, необычно. Ага. Я прыгать могу. Ух ты. Как ассасин. Разобьюсь. Ау. Ну да, неприятно. Ой. Ты прикольный. Интересно. Не умеешь забираться, да? Ну, видимо, не умею. Видимо, сюда. Как это вообще понимать? Какая-то мини-игра? Штучка. Чё там? Ха. Дальше. Ага. Дом. Я здесь родился. Ферма. Да, ее называли фермой. Мои родители... Еще десятка два пар, дети.
Это была тайная община. Воспоминания. Идем мы сюда? Ну да, больше некуда. Домишки высоко среди холмов. Да, чистое небо, ветер, дым, запах солярки. Генераторы работали постоянно. Я вспомнил. Мы жили просто, как кочевники, вдали от цивилизации, готовые в любой момент сорваться с места, если бы нас обнаружили они. Странная смесь построек вот этих от ограненного камня, да, до досок, прям вот. Перемешку все. Да это вообще какой-то, я не знаю. Кусками как будто вытрано с разных мест. Типа того. Все квадратами. Фигурами геометрическими. Ферма. Да, хотя, конечно, это была не совсем ферма. Мы выращивали овощи. Скота, кажется, не держали. Вроде было несколько собак. Интересно, как. Ассасины. Я был рожден ассасином. Я не выбирал. Это было как династия. Ты ассасин, сказали мне. Но что это значило? Я слышал это с раннего детства. Они повторяли это снова и снова. Ты ассасин. Ты ассасин. И наше кредо. Ничто не истинно. Что это значит? Что мироздание бесцельно? Что-то сейчас будет. Бежим, 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 бежим. Все дозволено. Не. Все дозволено? Интересно, пройти надо было вот сюда или выше подняться? Не, выше, выше. А, отсюда. До самого конца, нормально. Ага. Ать. Угу. Это вот мы как раз ему... Они выслеживают нас и не успокоятся, пока не уничтожат нас всех. Да, я верил в это. Но не понимал смысла. В этом и проблема, вот когда твой путь определен рождением. Вера, но не осознание. Все были очень серьезны и напуганы. Эти разговоры об ассасинах, тамплиерах и конце света. Включайся. Нам выше забраться надо. Ага. Вопрос, насколько выше? Я думаю, что куда-то сюда. Оп. Вот. Ага. Пыль такая. Забуксовал. Пришли куда-то. Прими кредо, Дезмонд. В нем твоя сила. РТ, чтобы создать блок. Вау. Um...
бесконечно? Не знаю. У каждого человека есть предел. Я не помню, как утратил веру. Как мне стало все равно. Ага. Сюда? А налево повернись? Он налево, туда, ведь. Налево, налево повернись. Зачем? А, все. Вот здесь еще может быть что-то, нет? Да нет. Нет. Как же глупо это все звучало. При слове «тамплиер» я еле сдерживал смех. А еще эти ассасины. Сейчас, поди, не смешно. Ну, поди, да. Я вообще правильно делаю это? Не знаю. Куда ты идешь? Ага. Наверх как-то, куда-то. Можешь еще. Почему наверх? Нет? Да нет. Тебе наклонную штуку давали. А ты даже вниз можешь так делать, интересно. Я так понимаю, мне вон туда куда-то. Ну да, наверное. Туда. Не, вообще забавно, конечно, но странно так. Древняя война, говорили они, противостояние. А мне было пофигу. Пацану до фени сказки о войне, бывает же такое. А, три штуки могу только создавать. Угу. А нафига это нужна платформа, если без нее, в общем-то, нормально? Первая эмблема сетевой игры? Ага, наверх вот сейчас, я так понимаю. Тебе как-то надо. Опс, опс. Ну, можно как раз вот поменять. Это быстрее, я так понимаю, чтобы... Оп. Для удаления. А-а-а. Наверное, я был одинок. Один в толпе. Если бы я сказал им это, они бы, наверное, послушали. Если бы я мог вернуться... И сказать, если бы... Стоп. Это ж мы обратно пришли. Да. Хотя... Ну да, мы туда первый раз пошли. Ага. А теперь идем сюда. Нагородили, блин. Угу. Ну да. Мне тут интересно, откуда в компьютерной программе пыль все-таки? Ну это симуляция. Симуляция пыли? Да, чтобы атмосфернее было. Это, конечно, очень весело. Игра каждый раз сворачивается, закрывается и открывается заново. Ага. Каждый раз очень стрёмно, что запись из-за этого может... полететь нафиг. Ну, на старте ладно. И на выходе тоже свернулась, запись остановилась. Угу. Ну, в общем, первую часть прошли. Ну все, пойдем. Потом обратно. Вернемся. Да.